Мэри Джейн Уотсон, младший редактор. Начинаю запись данных. Мои источники сообщают, что Маджи готовит возвращение. Старые преступные семейства были разгромлены, но Фиск исчез, и они снова наращивают влияние. Доны годами сосуществовали в мире, но теперь в условиях безвластия они начнут борьбу друг с другом. Когда одно из семейств выступит против остальных, лишь вопрос времени. Нужно держать связь с моими источниками в органах, и надеюсь, мы остановим бандитов, прежде чем они наберут силу. Привет, Пит. У меня тут есть один интересный сюжет. Разоблачение Оскорб? Лучше. Я пишу о гангстерах из Маджии. Гангстеры? Я думал, они сгинули вместе со Свингом. Оба раза. Они почти слились, но без Фиска и демонов Коза Ностра решила вернуться в игру. Обожаю, когда ты говоришь грязно. Полегче, Тигр. Слышал, в прошлом месяце федералы пощипали Маджию? Ага. Так вот, у одного из донов пропала картина под названием «Мария». А теперь она нашлась в Манхэттенском музее. И? Мой источник сообщил, что одно из семейств хочет снова ее украсть. Сегодня. Кажется, тут нечто большее, чем любовь к искусству. Я загляну в музей. Всем привет, ребята, с вами Локи, и мы снова возвращаемся в Человека-паука. Казалось бы, не так давно мы с вами прошли основной сюжет, как тут же подоспело с пылу с жару новое дополнение черной кошки. Женщина-кошка. Женщина-кошка будет вместе с пауком. Посмотрим. Мы в основном сюжете искали ее кошечек. Пытались разгадать ее загадки. Ну а сейчас нам предоставляют целое DLC, которое посвящено ей, Человеку-пауку. Энджей, похоже, твой источник не врал. Тут пытается вломиться целая армия бугаев. Оставайся на связи, я гляну поближе. Будь осторожен. Если это ребята Маджии, они готовы на все. Шевелись давай. Боссу нужна эта картина. Мы уже должны были закончить. Хочешь попробовать? Ну, вперед. Да уж. Чего только люди не сделают, лишь бы не платить за входной билет. Так, окей, давайте тогда. Что насчет охраны? Босс сказал стрелять без вопросов, если что-то вякнут. Ему палец в рот не клади, да? Так. Научились бы наслаждаться искусством в рабочее время. Привет, дружок. Потихоньку, пока аккуратненько, будем избавляться от каждого из них. Еще вот там один, да? И вот тут один. И в итоге у нас осталось трое, да? Двое тут. Давно тебя не слышно, Русила. Ты как там? Эй, проверьте, Русила. Что-то тут не ладно. Кто здесь? Патруль! Эй, кто там? Взять паука, он здесь! Пора продемонстрировать виртуозное мастерство украшения бандитов. Все. Ребятки вырублены. Это было не так сложно. Кое-кого из них. Это Фредерико Фризелли и Сэл Патрило. Они же из преступного семейства Кувалда, верно? Зачем ему нужна Мария? Не похоже на него. Я тут осмотрюсь. Надо убедиться, что я никого не упустил. Дам знать, как найду что-нибудь. Так, нам нужно просканировать местность. Ага, вот это что? На главном входе все чисто. Надо проверить другие входы. Даже припарковаться нормально не могут. Так, а это что? Нет, тут никто не войдет. Ох ты! Нифига себе! Кто-то здесь неплохо так
когтями прошелся. МДЖ, кто-то вырезал отверстие в крыше. Я пойду проверю. Значит, пока ребята кувалды ломились с главного входа, кто-то проник внутрь через крышу? Похоже на то. Здесь ни души. Вообще, тут что, нет охраны по ночам? Да, проверь будку охраны у входа. Там должны быть камеры. Они бы увидели, что кто-то к ним проник. Дверь в будку охраны заперта. Без отпечатка ладони не открыть. Внутри наверняка есть подсказка, что случилось с охраной. Сможешь открыть этот замок? Без руки охранника нет. Или ее отпечатка. Если нет охранников, может, снимешь отпечатки с вещей, которых они касались? А, да, это мысль. Всегда рада протянуть руку помощи. Интересно, а тут отпечатка нет? Так, отпечаток. Ну, его часть. Надо бы еще поискать. Ага, ну и теперь нам надо искать. Охранники будто испарились. Части. Так, с отпечатками. Искать частичные отпечатки. Так, отлично. Еще одна. Класс. Нормальные охранники не оставили бы свое добро просто так. Разве что их кто-то заставил. Так, это с другой стороны. Где-то здесь точно должен быть отпечаток. Ладно, этих частей достаточно, чтобы восстановить отпечаток. Я смогу перенастроить сканер, чтобы он принял мой отпечаток. Ну что, ребята, опять взлом у нас идет. Давайте. Мы уже, если я обойду оптический сенсор, то загружу, в принципе, знаем, как все это делать. Так, а куда нам нужно? Нам нужно подать немножко больше питания, да? Тогда сюда мы шлепаем эту. Так. 7, и сейчас минус 2 будем делать, да? Так. Так. Угу. Нужно вот сюда вести, видимо. Сюда поставим эту. Сюда поставим эту и... Мало, да? А вот так нормально. Есть. Передаю отпечаток ладони. Открыл. Живы. Кажется, их просто усыпили. Следов борьбы нет. Кувалда так чисто не работает. Но если не кувалда, то кто? Там есть записи с камер. Сейчас. Кто-то отключил камеру номер 5. Подозрительно это все. Я снова ее включу, и мы посмотрим, что они там прятали. Она направлена на одну из картин в экспозиции. Видимо, это Мария. Ее еще пока никто не украл. Я посмотрю поближе. Надо выяснить, что в ней такого особого. Картина «Мария» — это шедевр современного пасторального импрессионизма. Эпопея с ее похищением и возвратом почти столь же любопытна, как сама картина. На вид — самая обычная картина. Так и есть. В музее полно куда более ценных вещей. Так почему же Маджи охотится именно за этой? Погоди, МДЖ, кто-то идет.
Глядите в оба. Человек-паук может быть еще тут. Вот же черт. Она под защитным стеклом. Эй, скажите Фрэнку, что придется притащить большие пушки. Так, снова я вижу там Жирика. МДЖ, парни кувалды вызвали подкрепление. Меня пока не заметили. Хорошо, не подставляйся. Пора, баиньки. Копы вот-вот будут. К черту все. Хватаем, что можем, и бежим. Отлично. Теперь они хватают все подряд. Надо бы не дать им уйти. Куда ты собрался, дружище? Знай свое место! Так, а здесь можно сделать ульту? Просто загляденье. Вот он выход! Надо просто выбраться! Хотят уйти с добычей. Куда это ты собрался, дружок? Прибью, гада! Почти, почти! Уберусь до выхода и отрежу их. Утешительного приза пришлю тебе фото этой штуки. В камере повесишь. Я тебя закопаю! Может, дорогая штука? Отвлекайте его! Я почти у выхода! Черт, он сматывается! Тебе привет от Коса! Ну где там еще кто-то? Выше нас. Может, в тюрьме есть уроки искусства? Нормально я его, можно сказать, прямо на выход отправил. Отвлекайте его! Я почти у выхода! Я их не выпущу. Где еще один? Привет, дружище. Я застрял! Попался. И еще двое. Вот он выход! Надо просто выбраться! Хотят уйти с добычей! Просто выберешься вот так вот, прицепи здесь за уголок. Еще? Готов, варюга. Ну сколько вас еще здесь? Все. Питер, ты тут? Как ты? Да. Думаю, я всех поймал. Придется кучу экспонатов вернуть. Что насчет Марии? Это мог быть отвлекающий маневр. Вот и я о том же. Вернусь-ка я назад. Надеюсь, стекло достаточно прочное. Стекло все еще на месте, и его не пробьешь. К Марии никто и близко не подберется. Миссия выполнена? Я надеюсь. Слушай, мне придется попозже перезвонить. Почему? Что там там? Классно выглядишь. Тренируешься, да? Нет. В смысле, так, немного. Так. Ты теперь в одиночку? Или вернулся к бывшей? А, немноговато вопросов. Я любопытна. Слышал, любопытство вредит кошкам. Лучше скажи, что тебе здесь нужно. Просто ждала удачного момента. Обернись. О, черт! Приносит ракеты в музей.
Ты что, кулаку не знаешь? Так, давайте-ка их шариками немножко утихомирим. У тебя еще гости, красавчик. Вы это видели? Так, что у нас тут еще есть. Она стояла, смотрела. Милые новые приемы. А твои старые уже не очень. Ты же завязала с кражами искусства. А кто сказал, что я тут за этим? Что ты делаешь? Тебе нужно кое-кого спасать. Опять? Что? Помогите! Что? Куда она делась? Все в порядке, Питер? Извини, МДжей, старая подруга встретилась. Кто? Беда. Доступен новый костюм «Гибкость». Давайте посмотрим, что там за костюмчик. У нас здесь три костюма. Итак, «Гибкость» выглядит у нас вот так вот. Еще один костюм недоступен. И этот тоже пока недоступен. Ну, давайте возьмем, посмотрим. Так эта черная кошка проникла в музей через крышу. Она заодно с ребятами кувалды? Да. Она, наверное, следила за мной все время, что я был тут. Просто скажи мне, что она не сбежала с Марией. Не с Марией. Хорошо. Она просто выломала флешку, которая была в раме. Что? Прости. Как думаешь, что могло быть на этой флешке? Хороший вопрос. Я поспрашиваю об этом. А я пойду по кошачьим следам. А куда нам надо идти? Ага. Нам сообщают о взрыве у Майм-сквер и Брайанта. Взрыв? Я проверю. Ну, вроде вот чисто какими-то навыками, как я понял, эти костюмы не отличаются. То есть просто внешний вид. Все остальное как и в обычном костюме паука. Мы почти на месте. Осталось 300 метров, и сейчас мы узнаем, кто там совершает взрывы. Сомневаюсь, что кошка принялась взрывать что-то. Опять бомба в машине. И кто ее заложил? Снова кувалда? Наверное. Тут могут быть еще. Надо вызвать саперов. Бомбы в машинах? Тут нужна точность. Робот-паук вышел на охоту.
Ладно, дружок, пора искать взрывчатку. Это отключено. А где остальные? Надо внутри, что ли, где-то? Бомбы. Готово. Едем дальше. Готово. Теперь последнюю. Это последняя. Кувалда не шутит. Надо поискать в городе другие сюрпризы. Ага, новый вид заданий, я понял. Ну а куда нам на основное это задание? Давайте, ребята, подскажите. Отлично. Алло? Летим. Человек-паук, это детектив Макки. Мне дал твой номер друг из полиции. Думаю, я даже знаю, кто. Чем могу помочь, детектив? Лучше рассказать все лично. Не заглянешь в участок в Гринвиче, если будет возможность? Ты вроде бы предпочитаешь крыши. Не вопрос. Скоро буду. Вот и занятие, пока жду ответа от МЖ. Не верится в то, что было в музее. Не в духе черной кошки связываться с кем-то вроде Кувалды. Надеюсь, МЖ разузнает, что там с этой флешкой. Ну, смотрите, у нас появился новый друг в полиции, который еще не знаком с копом-пауком. Как вы уже, вероятно, знаете, Человек-паук не дал громилам криминального босса Кувалды ограбить музей современного искусства. Он молодец, да? Нет! Они чуть не разнесли все здание по камешку. Они стреляли в нем из ракетниц. Вот поэтому Человек-паук опасен. Даже действуя во благо, в чем я сомневаюсь, он превращает любую ситуацию в натуральную катастрофу. В чем смысл защищать музей от гангстеров, если в итоге он чуть не взлетел на воздух? Нет, лично я об этом бы сильно не жалел. Современное искусство искусством-то назвать трудно. То банки из-под супа выставят, то холсты с невнятными пятнами краски. Точно их рисовал пьяный слон. Но я не искусствовед. Мне просто не нравится, что этот ряженый разносит места общего пользования. Джеймсон не меняется. Человек-паук, я здесь. Детектив Макки, верно? Спасибо, что пришел. Я хочу поговорить с тобой о черной кошке. А я не очень. Не о новой кошке. Был другой кот 20 лет назад. Я работал над делом. Так черная кошка лишь подражатель? А что случилось с оригиналом? Умер в тюрьме. Но мы так и не нашли все украденные им картины. Есть новая зацепка, но департамент не хочет заниматься закрытым делом. Вот как? А я не против им заняться. Отлично. Вот нужный адрес. Я все расскажу по пути. Погнали, ребят. Спасибо за помощь. Мне скоро в отставку, а это дело не даст мне покоя. Так что я перепроверил все материалы. Прежний кот предпочитал красть предметы искусства. Но перед арестом он проник на фабрику датчиков дыма. Датчиков дыма? Странно. Не очень. Внутри у них изотоп америции 241. Мы думали, что кот хочет его продать, но на днях я смотрел фильм, и он подсказал мне кое-какую идею. А что, если кот пометил изотопом украденные картины, чтобы найти их потом, когда выйдет из тюрьмы? Что это был за фильм? Хотя, нет, давай без спойлеров. В общем, я подумал, что если мы отследим изотоп, то найдем и картины. У меня в костюме детектор, который может помочь. Позвоню, если что-то найду. Спасибо, Человек-паук. Если я наконец разберусь с этим, то спокойно уйду в отставку. Ну давайте сейчас будем искать. Нам на самый верх. Похоже, я рядом с одной из украденных картин.
Сигнал идет из этого блока питания, но электричество к нему не подключено. Он обманка, что ли? А, тубус для картин. Ага, ну понятно, и очередные новые предметы. Я нашел украденную картину. Она была в фальшивом блоке питания. Да, так и знал. Оставь ее там, я пошлю за ней кого-нибудь. А пока отправлю тебе координаты других мест, где бывал Харди. Хорошо, стоп. Ты сказал Харди? Ага. Первого черного кота звали Уолтер Харди. Я покопаюсь в его досье и расскажу, что еще узнаю. Итак, давайте смотреть, что у нас открылось новое по городу. Итак, награбленное Харди, преступление и еще что-то одно недоступное. Ну, я как понимаю, еще какие-то коллекционирования, потому что, видите, всего лишь по одной вещи, одному предмету, я не знаю, что там, одному какому-то действию осталось в районах, и то даже не во всех. Вот. Но это, я думаю, ребят, соберу все за серией, потом вам просто, как обычно, покажу, чтобы не тратить на это время. Ну, а сейчас мы закончим, ребят, и будем продолжать в следующий раз. Фелиция Харди, нынешняя черная кошка. Похоже, это дело у них семейное. Всем спасибо за просмотр и увидимся. Пока-пока.